готовим его к жизни. Да. Самых маленьких детей, там, год, два, три, к миру надо готовить к встрече с миром. Лаской и теплом. И это в основном делают родители. Что здесь ошибочно иногда случается? Его очень рано начинают учить читать, учить себя вести строго, наказывать. Даже если ребенок научится при жестком воспитании что-то делать, у него не будет запаса стойкости. Он отражает в этом возрасте начальном эмоциональный фон, в котором идет общение. Ему нужно напитаться тепла и доброжелательности и понимания со стороны взрослого человека.